На 60% увеличилась прибыль предпринимателей, чьи рабочие точки находятся на отреставрированных улицах. В этом году новый облик получили 8 улиц и проспектов. К примеру, полностью изменились Арбат, улицы Панфилова, Жибекжолы, Кабанбай-Батыра. Проходимость по ним увеличилась за счет появления разных секторов пешеходно-прогулочных и велосипедных и мест для активного отдыха. По данным Центра урбанистики, поднялась в цене и стоимость жилья на этих улицах сразу на треть. Что, в принципе, наверное, таким является стимулом для роста предпринимательской деятельности, для вообще привлекательности, потому что первые этажи на этих улицах были раскуплены, переданы в аренду предпринимательской деятельности. И сейчас, например, видно невооруженным глазом, да, о том, что действительно оно там растет. В следующем году, по данным Центра урбанистики, будет отреставрировано еще 18 городских улиц. Там тоже появятся тематические зоны для активного и спокойного отдыха, пешеходные участки и велосипедные дорожки. Планируется развернуть торговые коридоры и целые полосы для ресторанов и кафе. Тренд, который имел на сегодняшний день в ритейле, поскольку основные арендаторы и операторы этих улиц – это ритейл-компании в сфере там, сервиса, да, большинство из них, международные сети, да, крупные игроки, находились в торговых центрах. Именно потому, что торговые пространства, торговые улицы не были к этому готовы. То есть у нас было такое хаотичное развитие.